сейчас мы завершаем стадию, которую условно можно назвать сохранение предприятия. И с приобретением завода и став собственниками этого предприятия мы можем инвестировать уже в производственные мощности, в технологии. И в наших планах в первую очередь это модернизация производства и расширение ассортимента. Покупатели возвращаются и говорят спасибо, что вы вернулись, что наконец-то вы опять появились на полках, и мы готовы покупать вас. И все только, скажем так, теперь наше молоко покупают, нашу сметану.